Цитрусом сделали акцию по сбору средств для 20 детей. Она стартовала 22 октября и заканчивается 23 ноября. Мы должны были собрать 1 000 000 гривен, чтобы спасти 20 детей с пороком сердца, установить им окклюдеры, специальные такие девайсы все. В итоге мы собрали уже 1 000 000, где-то 150. Этого достаточно, чтобы спасти 22-23 ребенка. Финальную цифру я буду знать во вторник. За первые 2 недели было невыносимо тяжело. Уже деньги не собирались, собирались очень медленно. Я, в принципе, там через 2 часа прекратил обращать внимание на какие-то физиологические или физические неудобства, которые есть, связанные с душем, с туалетом, с раковиной общей, это все общее. Я пришла Виктору Шалашенко, это Цитрус, маркетинг-директор. 3 года они к ней шли, готовились, ждали, пока откроется магазин на Крещатике, пока не будет возможность построить витрину. В итоге все это произошло. Я отлично осознаю, что я тоже сделал немалый вклад. Ну, вот так я и жил, в принципе, все эти 33 дня. Как вы видите, у меня на футболочке плюс 3. Это значит, прошло от 30 до 1, еще 3 дня добавилось. Это моя комнатка, моя кроватка, тут у меня бардак, потому что я собираю сегодня вещи. Потом я выходил в магазин. Я сейчас покажу мой холодильник, идемте в холодильник. Вот мой курятник, ребята, вот мой двор, где я гулял все эти 33 дня. Вот на этом вот месте, вот тут вот, я ставил свои кулечки с едой, чтобы они не испортились. Идемте дальше, покажу вам тренировочную зону. Первая тренировочная зона. Открываем левую часть на шкаф. Иголочку. Пришел в новых кроссовках. Смотрите, как реально порвал просто в хлам. Пошли в душ. Сейчас вам покажу, где он был. Внимание! Душ, туалет, место для селфи. В этом волшебном санузле прошло 33 дня. Ребята, волшебная душевая. Вот тут сохли мои тапочки, уже так раздевался. Вот тут была зона PlayStation. Пока ее не разобрали. Но я ни разу не играл. Времени не было, нужно было или спать, или играть. Поэтому выбирал спать. Символично я и мой друг желаю вам не останавливаться и продолжать творить добро. Хочу напомнить, что сегодня мы выступаем в рамках благотворительного проекта по сбору средств маленьким деткам, у которых порок сердца. Дуже приємно, що ви сьогодні прийшли, щоб допомогти дітям. Хто-то просто сьогодні проходив мимо і остановився, услышав музику. Хто-то, звісно, вже знає о проєкті, який тут проходить, правильно? Ой, Макс прожив в вітрині магазину цілий місяць. Ось, він має був зібрати 1 000 000, зібрав 1 200 000 гривень. І того буде спасено 24 дитини.